Sasuke, брат. Я Sasuke. Дальше, значит, дорогие подписчики великие, сегодня будут истории, сегодня будет разборка, ну, опять, наверное, не с чатом разборка, а разборка с теми, кто гадости пишет в, на нарезках, вот, но, к сожалению, прикиньте, нарезки, там заблокированы комментарии, оттого еще интереснее история, но нихуя. Жестко. Я хотел почитать эти комментарии, но меня немножечко напрягло. Какой-то хейт, прикиньте. Мистер Пятерка становится антихайпом. Короче, зацените. Саски нарезки, блядь. Да. Чё, нарезка с мистером Пятеркой. Комментарии отключены. Где? Лига Кубизма. Нарезка с мистером Пятеркой, блядь. Комментарии отключены. Вот. Там гадости писали. Там был, ну, каждый, наверное, второй или каждый третий комментарий. Были гадости про мистера Пятерку, нихуя себе, и про меня гадости были. Вот, вот такая вот. Собственно, мне мистер Пятерка написал: ты у меня на счетчике. Сейчас просто сообщение от мистера Пятерки: ты у меня на счетчике. Видео мистера Макса жду. Хуя, бля, мистер Пятерка. Я спросил у Саски нарезки, специально ли они закрыли комментарии, потому что, ну, вдруг они там договорились, блядь, они общаются с Лигой Кубизма, вдруг они договорились, что вот, ну, типа, гадости пишут, и поэтому надо закрывать комменты. Оказывается, не, блядь, потому что комменты закрылись автоматически Ютубом, блядь, и, блядь, нихуя, вот это поворот. Короче, краткий пересказ вам. Того, что начинает общественное мнение меняться по поводу мистера Пятерки. Представляете, все. Он теперь не только мили. Зря он показал то, что у него есть читы. Для многих людей это прям был такой стоп-сигнал. Не, я не думаю, что он уже не хай. Блядь, братуха, какой уже не хай, блядь? 52 тысячи просмотров за 15 часов. Ты чё? Я себе, это не хайп. Это пиздец какой хайп. У меня есть пруфы, почему это самый жесткий хайп. Потому что... Ой, мой клип за 2 недели 56! Чё за хуйня? Он просто отрубили ему рекомендации или чё, блядь? Это клип, полноценный клип, блядь. Чё за нахуй, блядь? Вообще, 56! 2 недели, ёпта, 2 недели, нахуй. Все смотрите. Все смотрите клип. Чё за хуйня? Я вообще полная, бля, я, сука, Игорь Униксу платил деньги. Вот. Ну, короче, заходите, посмотрите клип на Фуги ТВ, да. Поэтому мистер Пятерка хайп. Собственно, комментарии и содержание того, что этот пухляш себе слишком много позволяет. И начали, самое главное, что для меня важно, начали хуесосить меня. Собственно, история, правда, повторяется ровно как с Атриксом, ровно как с Гигилой, ровно как, блядь, с Банань. Короче, как со всеми, нахуй, школьниками, с которыми я общаюсь. И всегда, блядь, это пиздец. И, короче, я вообще не понимаю, чем, нахуй, слушают. Самые главные ко мне претензии то, что, блядь, люди думают, короче, что я разбаниваю мистера Пятерку, нахуй. Нихуя. Я не прощаю мистера Пятерку на СП. И все такое. Мне говорят, бать, из-за мистера Пятерки СП загнется. Кирилл его, блядь, разбанивает там на СП. Нихуя! Он покупает проходки. Я у него прям в этой нарезке спрашиваю: ты еще 15 проходок купил? Он говорит: да. Я не могу. Ну, типа, пока он не зайдет и не включит, Гена его банит. Нихуя! Это у него каждый раз новые аккаунты. Бля, не доебывайте до меня. Ну, типа, хуя, какие, вот мы там общаемся, не общаемся, окей. Если он на серверах творит хуйню, его банят на этих серверах, блядь. Вот, это полная залупа, то, что меня начинают, типа, какую-то хуйню на меня... А ну-ка, Лига Кубизма, да, говорит, на вас... то, что открыл эти комментарии. Нихуя, бля, на меня что-то гонят, то, что... О, бля, ну, там, допустим, блядь. Надеюсь, СПшники соберутся вместе и поговорят с Кириллом. Это действительно разочаровывает. Будто бы Пятерка ждет, когда мистер Пятерка его пиздец расстроит, что аж не стерпеть. Во-первых, ну, на самом деле, да, так и происходит. Типа, ну, и нормально. А во-вторых, о чем вот соберутся игроки со мной, о чем они поговорят? Ну, что они мне скажут? Типа, блядь, как
Сделай так, чтобы при покупке проходки надо было вводить свои паспортные данные, и если мистер Пятерка вводит свои паспортные данные, тогда пусть, ну, типа, не продается ему проходка, или как, нахуй, я себе не представляю. То есть, когда он попадает на сервер, его банят, блядь. Ну, его реально банят. Квинс пишет Гене, блядь. Возможно, типа, иногда не, ну, типа, не в ту же минуту его банят, когда он спалил, там, микрофон включил или еще что-то. Вот, а иногда в тот же момент, блядь. Он просто покупает там новый аккаунт. Вы слышите, ну, его истории, бля, почему люди, которые хуйню пишут, то, что я какой-то долбоеб, что я ему слишком много позволяю, он аккаунты покупает, он рассказывает эти истории, блядь. Он говорит, а я купил аккаунт игрока, который уже не играет. Как я это должен отследить? Даже если я ему запрещу проходки покупать, блядь. А каким образом я ему это, блядь, эту хуйню сделаю? Ой, блядь, бан по IP, нахуй, спасибо большое. Роутер пошел, перезагрузил и все, блядь. Заебись, блядь, бан по IP, топовая тема, нахуй, реально топовая. Ну, блядь, у нас есть гриферы, которые тоже систематически покупают проходки. Ба, если бы мы могли бы от этого защититься, блядь. Ну, во-первых... Мы бы еще взвесили бы, что прибыльнее, на самом деле. Блядь, нахуй вы дарите? Какой-то чел дарит подарочные эти подписки. Я не понимаю, зачем. Но когда-то я стану миллионером, когда я выведу. Я надеюсь, они на Твиче, эти деньги все хранятся в долларах, блядь. Сука. И когда-то, когда разбанят эти переводы, и доллар будет стоить, блядь, 500 рублей, я просто нахуй прихожу и вот такой... Сюда, нахуй, сюда. Гайм-бай. Вот. Короче, я вообще не понял нихуя быка. Ко мне... Опа! Это тоже надо будет посмотреть 2 часа назад. Вот. Я вообще, типа, не выкупаю. Я тут где, нахуй? Во-первых, я на СП не заходил уже почти 4 месяца, да? Если б я там играл, то, возможно, у меня были бы какие-то другие ощущения. Это раз. Во-вторых, у меня никогда не было админки на СП. Админ всегда, технический администратор, Гена. Он банит, он разбирается, блядь, да? Он может спать, не спать. То есть его, ну, бля, мистера Пятерку все равно банят, блядь. Кто бы это ни был. Раньше у меня Гена там спрашивал, бля, я не помню, по поводу кого-то, короче, он у меня спрашивал. Возможно, в первый раз по поводу мистера Пятерки он у меня спрашивал, банить или нет, да? Если, короче, если Гена палит с X-Ray, с читами, там, какую-то прям жесткую личность интересную, он у меня спрашивает, здорово, там все нормально, там чела не взломали, там, ну, я баню, типа, нихуя, там планов никаких сегодня на стрим не было. Бля, мистеру Пятерку он банит нахуй по этим, по запросам. У нас нету с Геной договоренности, Гена не бань мистера Пятерку, потому что он хайп. Мне мистер Пятерка в Майнкрафте хайпа не делает никакого. Мне вообще, ну, типа, Майнкрафт и мистер Пятерка для меня это отдельные вещи. Ну, это полное. Я предлагал мистеру Пятерке, опять же, что мы его разбаниваем, я почти договорился с Квинсом, нахуй. Я, Квинс должен был с игроками СП договариваться, я уже не хочу этого, ну, потому что, бля, это очевидно, что мистер Пятерка реально хуйни натворил, блядь. Не то, что он тут читы показал, это вообще, для меня это просто комедия, типа, ну, для меня тут не произошло какого-то жесткого открытия. Пиздец, нихуя себе. Тут, ну, это как бы... Я тут не удивлен был, да, как бы, и не обиделся особо на мистера Пятерку. Я, ну, меня расстраивало то, что я планировал одно из возвращений на СП, то, что мы с мистером Пятеркой реально идем, строим отдельный, как бы, городок в районе ферм, вот где у нас фермы, в Отсо-Сити, там непостроенный район. И мы бы там с мистером Пятеркой играли, и была идея такая, что пока я на сервере, он, у него есть полное, там, выживание, короче, все нормально. А когда я выхожу с сервера, у него бы включался Гамми Моди 2, ну, короче, он бы не мог бы бить людей, он бы мог бы на кнопки нажимать. И даже предметы мы разговаривали, обсуждали, сможет ли он брать предметы из сундуков. Короче, ну просто пусть бегает, кричит, блядь, всем смешно будет. Вот, и все такое. Да, если что, он реально был бы, ну и в каком-то плане есть, но, бля, не на СП. Более привилегированный, ну потому что, бля, он, ну типа, хайповый, он смешной. Вот, и все. Ну, блядь, да ёб, да меня, то, что ему что-то сходит с рук... Я, ну, его банят. Он просто постоянно либо новый аккаунт покупает, либо новую проходку покупают, бля.
Я с этим... Когда это узнается, он получает по заслугам. Ему это не говорится. А, ну, мистер Пятерка, играй с читами. Да ни с кем такого никогда не было. Хуй. В городе у нас еще... Я забыл уже, как этого школьника зовут. Сука. Я забыл. Короче, у нас был школьник в городе с X-Ray играл. Пошел нахуй, тоже, блядь. Нет, не залупупс, не ад. Игла, вот, игла. Отлетел чел, ему непростительно было то, что он был смешным школьником. И то, что он в Отсосите жил и, блядь, на стримах там контент завозил. То же самое, бля, мистеру Пятерке не прощается это. Он банится, блядь. Че мне нахуй делать? Чел банится, чел отлетает. Вот, и, ну, блядь, вот, на самом деле, Пятерка просто убивает сервер, показывая, что мистеру Пятерке можно играть с читами. Нихуя нельзя, его банят. Он, блядь, купил 15 проходок. Алиса, 15 умножить на 3500. 52500. Ну, во-первых, это, наверное, показатель реально 52 IQ, да? Ну ладно, скорее всего, это шутка, что он 15 проходов купил, но я думаю, что штук 10 он купил. Бля, он... Это ему не сходит с рук, он платит как минимум рублем, блядь, за это. Очень тупо, пусть будет, но он платит, нахуй. И он отлетает. Он отлетает, блядь. Что, как я показываю то, что ему это сходит с рук, блядь? Вы просто, ну, вы хотя бы слушайте, что он говорит. Каждый его рассказ. Это либо у него новая проходка, либо у него новый аккаунт, либо он взял аккаунт у друга, либо друг взял аккаунт у него, нахуй. Его основа забанена уже дохуя. Его второй альт уже дохуя забанен, блядь. Месяцами уже в бане. Это каждый раз новые челы, блядь. Либо ему дают, нахуй, аки свои, либо продают там, ну, бля, опять же, в этой же нарезке. Прикол такой, что в этой же нарезке эта история. Людям похуй, они думают, что я его, ебать, отмазываю там, еще что-то. Ну, ебать, он рассказывает эти истории, он прям в этой нарезке говорит. Ну, это хуйня какая-то, и нормально. А в чем я его продвигаю? Я на СП не играю с ним. У меня нету с ним контента по Майнкрафту вообще. Я ему плачу 2000 рублей, нахуй. Тоже вот это, блядь. Ебать, контракт, 2000 рублей. Блядь, вы слышали, сколько он Сигн зарабатывает? Ему на мой контракт, блядь, вы не представляете, насколько... Я ему плачу... Сколько мы договорились? 85 рублей в день? Или даже там сколько потом повысилось? 95 рублей в день я ему плачу. У него одна Сигна 150 стоит, блядь. В день может этих Сигн, блядь, сделать 15 штук. Чё за хуйня, блядь? Кто, блядь, дал ему популярность? А в чем проблема? Ну, мне нравится. Во-первых, зрители растут. Во-вторых, мне реально с ним нравится, блядь. До меня доёб по такой же хуйне, по когда с Атриксом там было. Ну, мне смешно от человека. Мне нравится с этим человеком. Я с ним не играю в Майнкрафт. Я ему прямым текстом говорю, не заходи на СП. Мы в контракте нашем прописали то, что он на СП не заходит. То, что от... Ну, что я могу сделать... По-вашему, приехать к нему домой и завязать его, блядь, и связать или стать его папой, нахуй. Там написали в комментариях, бля, ну был, я не помню, блядь, сука, это один из топовых комментариев, я не помню под какой нарезкой. Короче, Пятерка, забирай у него деньги, он их тратит не так, забирай у него деньги, складывай их на счет, блядь, специальный. И когда ему станет 18, тогда все деньги отдашь. Да, бля, это реально охуенная идея. Но я ему кто, бля? Я ему не брат, я ему не папа, бля. Я не ему никто, нахуй. Ну, типа, как я могу его... какие санкции я могу в него внести? Я, ну, типа, он... Как, зачем ему считаться вообще с моей... С моим... блядь. Вот, чулупок, он проебал 5 дней 100 тысяч рублей, блядь. Ему поебать. Вот, я нихуя. Сейчас. А ты в этой же нарезке говоришь, что когда с ним стримишь, больше Сигн покупают. Чем больше денег Сигн, тем больше проходок он покупает. Так, он не только проходки покупает. Я ему говорю, не покупай проходки. Ну, типа, окей, допустим, я с ним перестаю стримить.
Ну, я тогда теряю в популярности. Типа, это тоже хуйня. Мне нравится, тем более с ним, ну, мне смешно, блядь, когда он выдает перлы какие-то. Мне смешно ему покупать, блядь, капельницу из майонеза, нахуй, делать топовый контент. Вот, но, ну, как вам сказать? Ну, у меня есть только просто, только плохой пример в голове. Ну, допустим, он тратит... Допустим, 10% своих денег на проходки. Допустим, 20% своих денег на проходки. Но с другой стороны, блядь, опять же, тут самая гениальная фраза. Ты бы смог так же, но ты не смог так же. Не все школьники такими популярными становятся. Это во-первых. Во-вторых, опять же, да, я с ним буду тусить, пока либо он мне не надоест, либо пока он свою хуйню не провернет. Я вам могу посоветовать, купите у меня подписку на Boosty и посмотрите видео там полугодовальной давности или какой-то такой, где я говорю, что я творец. Вы не думайте, блять, что типа, блять, я пропагандирую быть таким, как мистер Пятерка. Если вы сами на стриме сделали вывод, что он хуёвый... Короче, как вам объяснить? Фильм, художественный фильм идет, да? Или репортаж, даже не художественный, допустим, документальный фильм, да? Или, ну, настоящие СМИ как должны работать? Они показывают ситуацию, и пользователь должен сделать вывод сам. Я не должен говорить, вот это долбоёб! Вот так! Не надо! Это плохо! Добро вот так! А вот так это зло! Я могу, если вы сами до этого додумались, да, типа, блядь, если вы до этого додумались, то все, заебись, ну, типа, все, ну, типа, фильм сработал, не обязательно говорить «злодей», вот, в фильме вот это «злодей», вот, нет, ты понимаешь сам нативно, «злодей», ты обсуждаешь, блядь, Танос прав был или не прав был, все-таки, вот, интересно, да, вот это вот 50% уничтожить, и все такое. Но то же самое. Я показываю, блядь, как всегда, дикую природу. И, ну, дикая природа, она такая, что, ну, персонаж, он может быть, ну, не во всем хайповый. И еще самое мое гениальное, блядь, то, что я просто обожаю. Я обожаю давать людям популярность и потом смотреть, как они сходят с ума из-за этого. Как они с этим справляются. Ломает она их или нет. С МС Чумо это охуенный был опыт. Вот, с мистером Пятеркой. И мне это интересно дальше смотреть. Типа, вот что... Вот там был про МС Чуму. Блять, ну пусть тогда чел выпускает видео. МС Чуму тоже хейтели говорили, ебать, ты чё так часто показываешь МС Чуму, блять? Теперь тебя ненавидят там на Майншилде. Да ебать, блять, зато какая охуенная история получилась. Да? И потом выпустили ролик про то, что философия МС Макса, блять. И тут внезапно оказалось, ебать, вот так? Ну пусть выпускают тогда философию мистера Пятерки тоже, чтобы, ну, как бы люди... Я наблюдатель, я изучатор этого всего. У меня, как бы, я разделяю вещи. На СП, блядь, я планировал с ним играть, но на своих условиях, когда он никому бы не мог навредить, когда мы бы ходили бы с ним вместе, я бы за него нес ответственность. И как за то, что он покупает проходки бесконечно себе или покупает аккаунты у кого-то, ну, блядь, в бан отлетают. В бан отлетают по причине, летает, по причине того, что аккаунты вообще нельзя продавать и передавать друг другу. У нас на СП правило, что нельзя так делать, блядь, вот. Ну, а на самом деле я его понимаю с другой стороны. У него зависимость от СП. Ему Майнкрафт нахуй не всрался. У него зависимость от СП. А я, блядь, во-первых, у меня у самого она жестко была. Я понимаю, какой кайф просто бежать по СП. Просто прыгать там на спавне и все. Я ему говорил уже, блядь. Ну, ты выключай микрофон, ты хотя бы не пались, да? Ну, меня просто даже возмущает именно вот тупость того, что... Ну, ты ж деньги проебываешь, ну хотя бы, если ты хочешь играть, играй, но без микрофона не пали, что это ты. А он все равно играет с микрофоном, потому что хочется общаться с людьми там и все такое. У него вот в голове где-то сидит, блядь, что его несправедливо забанили, хотя справедливо, блядь. Вот. И все. Короче, вы там про него гадости пишите, пусть он сам с этим справляется. Вот, потому что, может быть, вот это давление общественное на него, да, произойдет. Но вы про меня не пишите гадости. Я ему не прощаю, его банят на СП. Уже сколько его аккаунтов захуярено на СП, блядь.
как вот он хуйню на СП делает, на СПО он и наказывается, блядь. В жизни, ну, он мне пока гадости ничего не делал, кроме нарушения контракта. Вот это надо решать. Но опять же, вот что я могу ему сделать, блядь, если, блядь, был бы я б его папой, нахуй, сука. Не, бля, вообще реально интересная тема. Блять. Ну, я вообще думал с собой такое провернуть. Надо мистера Пятерки реально такой опыт сделать. Если у мистера Пятерки покупают рекламу, не, ну, договориться с ним и не давать ему денег. Ну вот. А положить на накопительный счет и типа, блять. Ну, я бы такой был опыт провернул. Опять же, вот он проебал денег. Зато, да, вы можете написать, ебать, мистер Пятерка долбоёб. Зато вы на этой истории с меньшей вероятностью вы проебете деньги, когда к вам там как-то... Блядь, надо жениться на его бабу. Блядь. Сука. Блядь. Это фиктивный брак будет. Я все равно буду с Соней, но чтобы взять власть над мистером Пятеркой... А у Мамо, я слышал, у Мамо есть... молодой человек. Мистер Пятерка со мной сегодня не будет играть. А у меня был план. У меня был план сегодня с мистером Пятеркой поиграть. Ну, не будет, значит, блядь, мистера Пятерки сегодня с нами. Все. Алло. Да, или обиделся, или теперь стыдно ему. На ваши донаты. Глаза вам смотрели. Короче, мистер Пятерка написал, ну, просто она легла спать. Бабо, у меня в комнате, чтобы я не играл. Она кемперит. Сыр чеддер. Вот это вот нормально.